Сегодняшние изменения в стартовом составе, в частности, в средней линии, в группе атаки, это реакция на матч против Урала? Ну да, в какой-то степени, естественно, да, то, что произошло с Уралом, так мягко говоря, не устраивает, никого не устраивает, поэтому были изменения. В центре поля одно Мамаев уже поднабрал форму, поэтому вышел с самого начала, к сожалению, травму получил. Ушиб впереди, да, поменяли. Это, ну, реакция больше, да, на Юрус Урал. Выход на поле Рудакова – это вознаграждение ему за труд в течение сезона, или Писяков по каким-то причинам не смог сегодня сыграть? Ну, и то, и другое. Писяков, да, шею заклинил, так заклинил шею, не мог поворачивать на 100%, и Рудакова, да, заслужил эти минуты, которые сыграл. Уже известно, какой у команды будет график работы в межсезонье, сколько недель отпуска и как пройдут. Да, уже все известно, все расскажем. Спасибо. Мы Ростов.